Привет, друзья! Сегодня мы приехали к бабушке. Сейчас мы соберем жимолость и пойдем с ребятишками на площадку. Смотрите, ребята, какая она спит? Там гномик. Пойдем скорее жимолость собирать. Вы знаете, что это за ягодка? Пойдем покажем нашим ребятам. Вот тут гномик нас встречает. Привет, гномик. Вот она, жимолость. Это ягода наша любимая. Кто еще любит жимолость? Друзья, ставьте лайки. Зеленые ягодки мы не трогаем, собираем только фиолетовые ягодки, да. Хотите попробовать? Ну как? Зато они очень полезные. Ну, Дима уже клубничку нашел. И клубничка скоро у нас будет красненькая, вкусная. На, попробуй ягодку. Ну как? В общем, вывели детей в огород. Они тут наелись всего-всего-всего. Теперь можно смело идти куда? На детскую. На детскую площадку, да. Сейчас побегаем, попрыгаем и поиграем там. О, тут ёжик какой, как настоящий.